Всем привет! Вы на канале Про Экипы. Сегодня у нас на обзоре шлем LS2 OF570. Что же себя представляет этот шлем? Это у нас шлем 3 четверти, весом 1250 граммов, сертифицирован по сертификату безопасности 2205 ESR. Состоит из термопластика, визор увеличенный, закрывающий лицо полностью, нивелирующий отсутствие нижней части. Дальше, очки у нас здесь присутствуют, то бишь солнечный визор. Открывающий механизм у нас находится с левой части и замаскирован под эту круглую штуку. С обратной стороны он дублирован, но, правда, она уже не срабатывает на очки. Идем дальше. Внутрянка у нас здесь, что касается вообще шлемов LS2, лучше и лучше все с каждым шлемом новым с поступлением. Она уже выглядит очень солидно, мягенько, но при этом чувствуется какая-то в ней надежность. И, собственно, стилизована тоже она довольно-таки неплохо. Так, застежка, классическая трещотка, причем сделана она как у фирмы Шои, металлической. Да, в завершении вентиляция. У нас здесь сверху представлена шторка с двумя положениями, которая запускает воздух внутрь, и сзади у нас есть воздухоотвод. Что касается этого шлема в плане покупки, это неплохой шлем, если вы ездите не на очень больших скоростях, если вам нужен больше обзор. В общем, короче говоря, если вам нужен хороший открытый шлем, то в принципе вполне себе можете взять его. Ссылку на него мы оставим в описании. А на этом все. С вами был канал магазина Про Экип. Подписывайтесь на наше обновление, ставьте большие пальцы вверх и до скорого.